Всем привет, с вами Юлия Роджерс, и сегодня я не одна, и мы будем играть в пятницу 13-е. С нами Даня. Даня, поздоровайся. Так, сейчас главное, чтобы черного экрана не было. Чтобы все пошло. Не-не-не-не-не-не, только не я, не-не-не, пожалуйста, пусть это будет не я. Умоляю. Ну, плиз. Фух, слава богу, это не я не Джейсон, все отлично. I have to do something. I have to escape. Итак, я играю за Тиффани, как все видят. Тиффани Кокс. Блин, кто тут пришел ко мне? Подруга! Это ты? У меня, короче, есть предохранитель телефонной будки. О, значит, надо играть, искать телефон. Так, этот ящик мой. А, ничего здесь нет, неинтересно так. Как? Лекарство в ванной возьми. Как? Ты взял? Нет. У меня-то просто изначально есть лекарство. Предохранитель телефонной будки взял, лекарства у меня не было. Лекарство в ванной в этом доме должно быть, вроде как. Посмотри. Да ладно. Ну, как бы надо все комнаты проверять, прикинь. Ну ладно. Короче, две секси-девчонки бегут в купальниках, и они должны спастись. Да. Просто обязаны. Тупо девочки-красотки. Да-да-да. Девчонки должны затащить. Я закрою, подруга. Давай, закрывай. Тут карта есть в комоде. В комоде карта. Бери карту. Понял, принял. Потому что рацию не надо брать. Давай ты в правый дом, я в левый. Тиффани, спасибо, что закрыла дверь. Да ты дура. Закрой. Телефон в доме, в котором я нахожусь, Даня. Алло, прием. Пш-пш. Оп, ключи. Блин, Джейсон, тут капец, 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 капец. Надо уматывать отсюда. За мной погоня! Давай, убегай там оттуда. Ты где? Ты рядом с моим домом, нет? Тут кто-то Help me! А, все, я поняла, где ты. Стой, стой, стой. Ты там живи. Я отделался от него. Все, молодец. Живи, 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 живи. Я сейчас прибегу, у меня есть этот флэр, ган. Help! У меня закончилась стамина. Стой, 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 я уже убираю. В тутушке. Я не вижу, где Джейсон, правда. Стой. Я не вижу его, я не... Где он? Стой, где ты? Стой! Ай! Живи, пожалуйста, живи. А, блин, там выстрелили. Отлично. Блин, в этот момент уже... Спасибо, я зря... Чёрт, я зря потратила. У тебя лекарства нету? Есть. Давай лечись. И побежали. Чёрт. Чёрт! Даня, беги. Что там происходит? А, блин, у меня никакого оружия даже нет. Сейчас, сейчас. Я найду какую-нибудь биту. Ты живи пока. Даня, живи. Я биту нашла. Стой, стой. Всё, ты всё? Чёрт. Чёрт. Надо добежать до твоего фьюза, господи, надо его забрать. Где он там? Я надеюсь, Джейсон не за мной? Нет? Мне надо восстановить стаминочку. Он в дом, посмотрю за остальными игроками. Давай, 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 смотри, я пошла за фьюз. А вас всего двое осталось? Так нас и было-то, знаешь ли, немного. О, ты умер прямо рядом с телефоном. Спасибо.
Давай, Тиффани, давай, включай мозг. Он пока охотится за вторым. Отлично, отлично, включай мозг, детка. Блин, мне бы включить свою реакцию еще. Он все еще охотится? Затем? Да. Тот живет еще? Отлично. Пусть живет. У меня еще 3 скилл-чека. Давай, еще 2. Ты сможешь. Блин, так, он оделся. Не угадала. Осторожней. Чего он? Осторожней. Да, он, блин, он бежит прямо нет. ко мне. Да нафига ты, чувак, бежишь в мою сторону? Тут рядом дом, он где-то там. Так, 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 так. Yes. Так, Тиффани, теперь быстро. Надо вызвать еще полицию. Погоди. Я еще не звонила же. Стой. А, он за ним гонится все еще. Отлично, давай. Полиция, пожалуйста, срочно. Нас тут убивают. Да, о май гад, пожалуйста, срочно. Давайте, быстро. До конца игры 12 минут. Блин, 5 минут. 5 минут полиция будет ехать, прикинь, я под кровать. Я пока не буду рисковать выходить. О, нет! Что, его убивают? Все, ему кранты? Нет, он его ударил разок, но, типа, убежал. Блин, наверное, надо убегать. Выпрыгнул из окна, попался в капкан. Короче, надо двигаться ближе к дороге, пожалуй, надо валить из этого дома. Не уверена, что я сделаю правильно сейчас, конечно. Но... Он бежит к твоему дому. Вот зараза, что ты делаешь? Прям в твой дом бежит. Иди в жопу. Ну, понятно, да, куда бежать? Иди отсюда. Он его ударил. Он бьет дерево. Все, он его убьет сейчас. Блин, надо добежать до туалета. Давай, Тиффани, давай, ты же спортсменка. Беги. Во, вот в этом домике мы спрячемся. Пожалуй, посидим мы в этом домике. О, тут никого не было. Сейчас, может быть, нам повезет найти ножичек. Непонятно, зачем я взяла ключи от машины. Убивает, нет? Да, убил. Блинский. Блин. Мне бы сейчас, блин, срочно надо прятаться. Ножичка тут все равно нет. Короче, все, сижу под кроватью. Надеюсь, дом не будет подсвечиваться. Да, 3 минуты, блин. Еще добежать до полиции надо будет. У меня ни ножичка, ничего такого, ни петард вообще, ничего. Он на дороге стоит, слышишь? Так он сейчас пойдет, когда полиция приедет туда, наверное, в ту сторону, где полиция. И мне кранты, в общем-то. Он там и стоит у моста. У моста? Да. Тут есть мост, погоди. А, ну, полиция же приезжает к мосту. Не факт, они могут и справа приехать. Они только слева приезжают. Ну, короче, он у моста стоит. Ну, он-то в любой момент может телепортироваться, и это нет. Что-то мне кажется, у меня нет шансов. Все, он меня нашел. Он телепортировался куда-то? Он меня нашел. Что? Наверное. Да. Да, он дверь ломает? А, нет, я не слышу, чтобы он ломал. Ну, звуки-то слышишь? Ну, звуки-то да. А, все, он дверь ломает. Блин, выйти и ударить его. Блин, тупая тактика. Бей его, Тиффани, бей его. Блин. Тиффани. Да, блин, я не могу бежать, она... Типа, ну пожалуйста. У меня все залагало. 30 секунд на полицию. Да блин. Где жми? Да я жму, она очень медленно выбирается. Ну ладно, ну все. Ой, как жестко. Ай, больно. Ай. Тут жестко. Ого, это слишком жестко. Блин. Я, короче, начала его бить, и у меня начало жестко лагать все. И когда я его ударила, она продолжала бить. А когда я захотела побежать, она уже была ранена очень сильно, и она не бежала. А, короче. Ну, бывает. По крайней мере, я не умерла первой.